Только здесь нужно будет аккуратно проходить. Прям очень аккуратно. И вход в этот зал. Это пятый зал, он самый большой, на 320 мест. Самое ужасное – это состояние потолка. Если в предыдущем зале там плюс-минус еще воздуховоды были в нормальном состоянии, то здесь мало того, что они торчат достаточно низко, и еще одна из… она просто обвалилась. То есть проектор 9-го зала, здесь все повалилось. Вот за что я говорю, что ТО нужно будет делать. Потому что оно же засыпано все. И нужно будет его разбирать, чистить, просматривать, работает ли или нет, или в каком оно вообще состоянии. В моем случае это происходило, что я была дома и занималась своими делами, и просто вспышка в небе желтого цвета, небо становится. Хотя на улице ночь, это было поздно вечером, в 11 часов. И я поняла о том, что попали в кинотеатр по охране, у меня на телефоне подключены все датчики. Я очень часто прокручивала в голове у себя, что могло бы быть, да, если бы были здесь люди. То есть это страшно. Прилітає абсолютно куди завгодно. Не можна якось спрогнозувати чи підготуватися до цього. Не працює цей зал, не працює ще один. Були різні прильоти. Були і ввечері, були і вдень, і вночі, тому по-різному падало в різні моменти. Елементи стелі попадали, погнуло двері місцями. Не всі люди хочуть розуміти умови, що якщо повітряна тривога, то треба покинути кінотеатр. Є такі люди, які не хочуть якось бережливо відноситись в першу чергу до свого життя, і таке буває. Але після ситуації з містом Кременчук це змінилось. Ну, тобто люди почали розуміти, що це все не жарти, і що кожна тривога – це потенційна небезпека.